Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Хайме Каскаес «Голова Христа» около 1352 года. Резьба по алебастру, остатки краски и позолота 28x20x25. Каскаес – один из основных представителей каталонской школы готической скульптуры, работавший во второй половине XIV века. Этот статус подтверждается его вовлеченностью в почти 30-летний масштабный проект создания королевского пантеона для Педро IV, церемонного в монастыре Поблет и другие важнейшие предприятия того времени. Стилистическим ориентиром для определения его авторства является данная голова Христа, единственная уцелевшая часть скульптурной группы гроба Господня, предположительно для церкви святого Августина в Барселоне. Характер среза шеи свидетельствует, что голова принадлежала полноростовому лежащему телу Иисуса, подобно аналогичной скульптуре, также приписываемой Каскаесу, которая хранится в церкви святого Феликса в Жироне. Сюжет, получивший название «Гроб Господень», был очень популярен в готическую эпоху и демонстрировал процесс захоронения Христа. В этой композиции присутствовали Богоматерь, Иоанн Богослов и три Марии, жены Мироносицы. Вот такое описание нашел в интернете к работе Хайме Каскаеса «Голова Христа», данной по тексту книги «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.